Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Короткая. Сегодня из картона я буду делать подставку для пультов. Сейчас практически на все электроприборы есть пульт. И думаю, что будет удобно, если это все будет храниться в одном месте. В качестве основы буду использовать коробку от овсяных хлопьев. Что это, каша, что ли? Овсянка, сэр. С одной стороны я оставлю 8 сантиметров, с другой 14. И вот так полукругом вырезаю. Все очень тонкое, хлипкое, поэтому буду усиливать картоном. Ну, берем картончик поплотнее. Донышко я вырезала немножко шире, чтобы было более устойчивое. Усилили, и теперь нужно будет сделать перегородки. Здесь я уже подгоняю под размер, чтобы плотно входило и можно было подклеить. Так как у меня здесь лощеная вот эта поверхность, обезжириваю спиртом. Я беру бумажное полотенце, можно взять и салфетку, и туалетную бумагу, и обклеиваю. Я решила здесь сразу большими кусками все закрывать. Клей у меня не сильно разведен водой. Можно и посильнее было развести. Вот такие интересные складочки остаются. Подсохло. Теперь я буду делать трафаретом орнамент. Самое главное, вот чтобы сделать фактуру. Шпатлевка акриловая универсальная. И сзади такой же орнамент сделаю. Можно взять любую массу для лепки. У меня холодный фарфор. В центре сделаем льва. Обрамление сделаю таким молдом. Такие молды я уже давно покупала на AliExpress, как-то даже показывала. Применю немного клей ПВА, потому что у меня уже здесь начало подсыхать.
элементы из холодного фарфора у меня высохли не до конца, но их уже можно окрашивать. Уже все схватилось. Окрашивать буду черной акриловой краской. Как сделать самому недорогие акриловые краски? Ссылку на это видео я дам в конечной заставке и в описании. Просушиваем. Итак, все высохло. Буду выделять серебром объемные элементы. У меня для этого есть светлое серебро и есть вот такой контур темное серебро. Для интереса, вот здесь темное серебро, вот здесь светлое. Для начала беру темное. Прохожу прям все так посильнее, погуще. Можно обойтись одним цветом, можно взять серебряный перламутр, белый. Подклею, ставлю перегородочки. Добавляю немножко светлого золота. Все краски у меня влагостойкие, можно работу даже не покрывать лаком. Но при желании берем любой глянцевый лак и покрываем. Применение такой подставки органайзеру может быть огромное. Каждый придумает сам. Друзья, вот такая замечательная королевская подставочка у меня получилась. Сделаю подарок супругу. Друзья, а я на сегодня с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр. Благодарю за ваши дружеские комментарии, подписки, лайки, а также за то, что вы делитесь моими видео с друзьями в соцсетях. До новых встреч!